Я девушка спортивная. Вот, также видно по моей футболочке, я занимаюсь военно-патриотическим делом. Вот, поэтому мне это интересно, направление это, и в дальнейшем я собираюсь поступать на военного. Организация здесь очень хорошая. То есть сейчас вот эти соревнования, они так подбадривают, охота поучаствовать в них, посоревноваться за первое место, конечно же. Было хорошо, очень весело даже. Да. Интересные засады вот эти, которые с выстрелами неожиданными. Очень большой опыт для нас. Трудно говорить после полосы. Сюда попали после выигрыша на Зорнице в нашем районе. Да. Ну, даст нам это новый опыт, подготовка к военному делу на будущее. Есть сильные команды, которые с нами работают не первый раз, не первый день, как говорится, не первую Зорницу. Но большое предпочтение можно дать ребятам, те, кто не заряжен, кто не был подготовлен, но они не сошли с дистанции и выполняют все наравне с сильными, заряженными ребятами. Им это необходимо, это практика, с ними работают действующие военнослужащие, это дорого стоит.